В Индии, густой суп из бобовых и небольшого количества овощей называют далом, а похлебку из красной чечевицы – мусурдалом. Насыщенный вкус и пряный аромат супа точно удивит каждого. Попробуйте. Красная чечевица очень нежная на вкус. Поэтому даже постный суп из нее очень вкусный. Не пугайтесь большого количества пряностей. В готовом супе они ощущаются мягко и гармонично. Если у вас нет всех необходимых пряностей, не огорчайтесь. Кладите какие есть и готовьте с удовольствием. Подготовьте необходимые ингредиенты. Чечевицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите при минимальном кипении около 20 минут до легкого разваривания. Овощи нарежьте тонко. На разогретом, но не раскаленном масле обжарьте лук, чеснок и морковь до легкой корочки. Овощи должны отдать свой аромат маслу, а не поджариться. Добавьте нарезанный тонко сельдерей и прогрейте его пару минут. Помидоры и перец чили мелко нарубите и добавьте к овощам. При желании кожицу от помидор можно снять. Прогрейте до размягчения помидор. Выложите овощи в суп и дайте провариться 5 минут на медленном огне. Если у вас есть готовая гарам масала, просто добавьте ее в суп. Если нет, сделайте сами пряную смесь. На сухой сковороде прогрейте целые пряности. Берите всего по маленькой щепотке. Как только от пряностей пойдет аромат, снимите их с огня и растолките в ступке. Добавьте готовые молотые пряности и хорошо перемешайте смесь. Для этого количества супа хватит 1 столовой ложки смеси. Можно положить и больше, если вы любитель пряного аромата. Добавьте в суп куркуму, паприку, свежую или сухую зелень кинзы. Перемешайте суп, накройте крышкой и отключите нагрев. Дайте супу постоять 15-20 минут.